Рождеством Христовым, дорогие дети, видите, как светят звездочки в ночи. Но одна большая звездочка святая прямо в наше сердце льет свои лучи. Вместе с Иисусом звездочка явилась, чтобы ярким светом людям возвещать, что в убогих яслях ласково склонилась над Христом младенцем радостная мать. Вам хочу напомнить, дорогие дети, чтобы в этом мире звездочками быть этого младенца вашим чистым сердцем больше всех на свете вы должны любить. Аминь. В тиши ночной горит звезда на темном небосклоне. Родился царь, великий царь, и сядет он на троне. В пещере мрачна тишина, вокруг его ягнята. Он мир пришел, чтоб человек духовно стал богатым. Пришел с небес великий царь, пред нами умолился, чтоб каждый, кто его принял, мог с Богом примириться. В тиши ночной горит звезда, пылает ярким светом. Христос живет у нас в сердцах, хвала ему за это. Аминь.